Итак, всем добро пожаловать в новое видео. И в сегодняшнем видео мы нарисуем образ человека, то есть девушку. Почему говорю образ? Потому что будем сначала рисовать абстрактно и все больше и больше будем добавлять детализации и доводить до какого-то такого реалистичного стиля. На данной картинке мы отработаем достаточно много стилей. То есть и просто контурную графику, и далее мы будем окрашивать ее кистями, будем окрашивать ее меж, будем добавлять эффекты. Итак, самое первое, что я сделаю, это просто обведу карандашом. Смотрите, я убрала, то есть у меня у карандаша не будет видно контура после того, как я отпущу мышь, да, отпущу карандаш. Смотрите, я рисую контур. Пока что я просто обвожу, то есть потом можно будет все поправить. Вот, как только я отпустила карандаш, снимается выделение. Мне так проще, но если вам и так не проще, то в настройках оставьте карандаш выделенным, то есть границу. Итак, я обвожу, скажем так, какие-то ключевые моменты. Скажем так, сейчас не концентрируюсь на ровности, да, на симметрии, то есть ни на чем. Просто я обвожу, чтобы мне было видно, скажем так, всю мою картинку, всю мою девушку. Далее, когда я все обведу, я уже буду подстраивать, то есть подводить точки, да, делать более мягко все контуры и так далее. Сейчас я ускорю и вернусь к вам, когда обведу большую часть девушки. Так, я обвела основную часть, и теперь я буду, скажем так, подводить. Во-первых, я сделаю форму, да, границам, немножко их увеличу. И теперь я уже буду мышкой подправлять точки. Какие-то моменты, которые совсем оказались кривые. Кстати, еще кривые можно просто сгладить, общий вид. Это уберет, скажем так, совсем лишние точки и как-то сделает их более мягкими. И далее я просто буду сверху вниз подводить кривые. Опять же, это не окончательный вариант. Это просто совсем такие, которые совсем-совсем кривые.
я их сейчас буду подравнивать. Там, где у меня не получилось нарисовать, я буду удалять и просто заново отрисовывать. Например, вот здесь я просто, ну, отзеркалю второй глаз. Девушка у нас стоит, ну, у нас человек в принципе, да, мы когда стоим, мы не очень симметрично. Поэтому все, что не симметрично, да, срисовывая с фотографии, я потом просто подделаю. Так, рисуем носик. Носик я буду рисовать схематически абсолютно. Нос я хочу сделать зеркальным, поэтому я удалю точки, которые отвечают за правую часть, и отзеркалю. Да, то есть ровно по центру поставлю. То есть я оставила только одну часть. В принципе, можно было сразу взять все части, нижние части. Да? Соединяем. Такая у меня получилась нижняя переносица. Теперь рисуем крыло. А с крылом и ноздрёй тоже поступлю. Да? То есть я нарисую и отзеркалю. Ноздрю я закрашу, поэтому сделаю сразу объектом и переведу границу в заливку. Кстати, фотографию я сделала сама, и если фотография как бы ваша, с нее можно срисовывать прям вообще один в один. Ну, то есть, если вы именно живого человека, природу, да, что-то такое сфотографировали, это может служить релизом для ваших дальнейших работ. Да, кстати, даже очень удобно просто фотографировать все на своем пути, и потом, когда будет вдохновение, будете рисовать. Будет такая некая библиотека. Теперь ноздрю и крыло я зеркалю на другую сторону. Я отдаляю назад, чтобы как-то мне было больше понятно, что я вообще делаю. Я все-таки сделаю больше такую симметричную картинку. По крайней мере, постараюсь. Так, у нас брови. Пока еще меня, то есть картинка без теней, без ничего, исключительно контур. Как видите, уже с фотографией не совпадает, но ничего страшного. Фотография у меня служит исключительно для примера, да, чтобы мне было проще на первых этапах. А далее, допустим, тени мы будем тоже срисовывать с фотографии. Носогубки. Или это как не носогубки называются? Губы я тоже буду рисовать сейчас с нуля, потому что, ну, у меня не совсем как бы не получилось. Далее тоже немного ускорю.
И увидимся, когда я уже нарисую губы. Итак, вот у нас уже что-то более-менее вырисовано. Далее я буду в общих чертах, да, то есть подводить, допустим, овал лица тоже как бы нормально, но я хочу его сделать все-таки симметричным, да, то есть левую часть уравнять с правой. Разрезаем. Удаляем одну часть и оставшуюся отзеркаливаем. Я, кстати, зажимаю Alt. Shift у нас тут не получается, потому что все-таки не получается поставить именно зеркально. Поэтому я просто зажимаю Alt, то есть копирую. И ставлю примерно. Зажимаю две стороны, нажимаю соединить, чтобы овал лица у меня был один объект. Когда я буду разукрашивать все это, мы сделаем как бы уже по объектам отдельно. Сейчас пока мне это не обязательно. Сейчас у меня просто контурная графика. Подвожу плечики. Сейчас я сделаю плечики, пальцы, руки, тоже в ускоренном действии. Все, в принципе, у нас подходит к концу. Давайте нарисуем какие-то дополнительные детали.
например, ногти. Как видите, контур просвечивает, поэтому давайте сделаем ему уже заливку сейчас в белый. И поставим на каждый пальчик. Такая у нас работа получается. Надеюсь, видео было полезным и интересным. До встречи в следующем видео, где мы будем разукрашивать нашу девушку. Всем пока!